Короче, чтобы вы понимали, надо сделать так, чтобы никто не умирал. Вот. Ну, допустим, что, присты считают, что там, магов, да, у энхов есть вот эта ярость. Ну, по КД вот на первые 15 секунд дали там, и дальше по КД херачите. Ну, не знаю, первые два топа-то там под Герой нормально должно быть. Милики не сдохнут, Хант под частицей. Друиды тоже на первые 15 секунд, да, на 10 секунде там дали дубовку и дальше пока дожмете. Потом еще и... Может, дубовку лучше на второй, потому, ну, в смысле, на второй вот этой вот волне, когда он начинает стучать, потому что под первый Да там ее бирсает. как угодно, просто чтобы дальше по откату юзать и все. 15 секунд, минута 15, 2, 15, 3, 15, 4, 15, 5, 15. Ну, в 6 минут бирса. Можно в 30 секунд дать, можно в 45. Давай еще выбор на первый, давать на третий получится еще. Ну да, там КД маленькая, поменьше. Давай, давай ШВ на первый дашь. Так, записать будем, конечно. Ну да ладно. ШВ на первый дашь, а дальше как будет откдышиваться, скажешь. Я, получается, на второй топ отдам не зыбку, а Дед Мороз на третий. Ну потом у нас кирзает, если на четвертый. Высоко. Так, Че, релогну? рыба была? А, была, да. Так, ну еще масло на АП. Скажешь, как ты логнишься? Чё? Скажешь, как релогнишься? Да все. Проверка. Подходите поближе. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Давай, Шива. Давай, я не забыл, Дед Мороз. Это Казик, Репичип, уважаемые. Я прошу вас посмотреть Омен и те, кто там танком подбираются. Вижу. Чтобы вы по КД сдавали вмешательство. Главный радиус. Кирзает, готовься. Давай массакру кирзай. Че у тебя по ШВ? Еще нет? 30. Дамаг низкий вообще. Не хватает 1030, наверное. Нихуя не хватает. Чё, ШВ есть? Нет, 15. Ладно, скажу тогда когда. Секунд через 10. Сколько секунд? 3. Ну, по откату давай сразу. Хант, скинь агро. Ну, сейчас Марук, ШВ нажимай. Отдал, а, тоже. Не-не-не, я думал, ты меня чуть перепутал. Там Казик догоняет что-то. Энхи могут как-то скидывать? Давайте скидывайте там пронизывающий ветер в макрос себе добавьте или тыкайте. Так. На следующую нидзипку даю. Так, все, я дал. На Дед Мороза понял.
Давай не зыбка вот это у нас. Обе стойки. Полтинника не было, да? Надо тоже. О, посыпались дамагеры. Ну вот половина хп, еще бить. Времени у нас, в принципе, да, но если бы они не умирали. Давай, вставай. Ну, не под топот же. Трай пизду. Ой, на ПС гляну сейчас. Кого-то поднимать? Рес и Асалино. Первый патч попробуем с ним. А чё? А, да, ты что притворяться не умеешь, что ли? Не успел, может. Ну да. Да, падаем. Ну чё я вам хочу сказать? Так, чё там? 21-23. Асалин, который лежал 2 минуты мёртвым. Нет, 2, ну. Полминуты. Сика 13, Хан 12, 10 тысяч. Ну, короче, с таким ДПСом тут нечего делать. Потому что... Не, с ДПСом-то убить его можно, но он каждые 20 секунд откидывает и скидывает 25% агрова у танков. Вот неизбежно будут умирать ДДшники. А таких ДДшников, ну вот мы когда траили, у нас были ДКшников штук 5 или 6, они там вот холики дофига давали. И они могли протанчить босса, продержать. Бывает какого? Антимагический панцирь был. Короче, еще пахали. Короче, что тут можно убить? Ну, я не знаю. Соляру щелкнуть, но бить ее минут 20, наверное, 25. Не знаю, стоит ли вообще туда идти. Воронки чисто захерачить. Но робота мы не щелкнем. Хорошие. Вот, можно это, можно ТТГ пойти. Ну, потому что рейд, я не знаю, ну, не одетый. Вот эти а вот. У вас мелики пробовали стопать? Там, если срывать, типа, начинают? Ну, блядь. ДПС не хватает. Конечно. Не хватает ДПСа, понимаешь? А, ну, я бы мог, конечно, зайти, но я не думаю, что хватит. Ну да, паляющий свет дашь, там просто ебался. Не-не, так, но ДКшником не напали только. А, ДКшником. Надо посерьезнее дамагеры сюда. Не вот эти вот там. Не, в смысле у него дамагеры? Он ДПС. Последний, вот, репещип, но не знаю, 17. Нет, у меня до смерти. Вот эти последние Грут, Инсика и Мид, вот вместо них убрать, которые вот вверху по 20 плюс дают, тогда хоть что-то можно пробовать. Не, ну мы же вычитывали, что 17, там, даже 14 с копейками тысяч ТПС. Короче, вот, это вот. Самое, тихо, не высчитываем ничего. Этот самый. В ТТГ идем. Или что, или как? Или в ЗС-ку полетим. Рыбу попробуем. Нет, там с таким дамагом тоже на рыбе будет печально. Мог бы пощелкать. Давай, че ебать. Я за любой кипиш. Слепец убит у нас. Пойдемте в ТТГ, там столько смоток. Полетели там, в ТТГ. Да. Пощелкаем там. Ну, бля. Холок ставь. Мак, сколько там людей КД плюс анити, вот и соли нарезать, да. Короче, дохуя, да? Слушай, ну я не знаю туда, но вот ЗС, допустим, мы полетим. 4 там человек нас... только КД. Слепец убит. А есть кто в ТТГ, если эти 4 уйдут? Я могу на хмало, в принципе. А, даже... Ну если там, типа, не нужен пояс кожаный, то я бы залетел. Кем? Палом? Или похилить, или подамажить? Пояс кожаный. Ну кому нужен, я не знаю. Спроси, с какой чаркой. Ну, вообще с любой, но в идеале крит. Если никому не надо, то зайду. Давай полетим, попробуем ТТГ. Ты пищи у тебя КД, что ли? Да, сейчас я на ШП забегу. Там и КД вроде нету. Либо могу свой топовый ретрекер расчехлить. Это 10-м. Короче, это самое. Смотрели все расписания на следующий КД? Да. Ну, я смотрю. Получается, что? Вот если там в четверг такая же хуйня придет, ну, если нормальные персы зайдут там мощные, то, ну, слепца точно щелкнуть можно, аж слепец попроще. Вот, а робот, он очень сильно зависит от дамага. Если там, ну, по 10 тысяч, там, сами имейте в виду. Вы как бы приходите, потому что если мы не щелкнем робота, что-то другое пойдем. Тот же ТТГ, да. Допустим, субботу я разгрузим. Вот. Слава, какой проходной примерно общий на робота?
Ой, я не знаю, я не считал, но общего больше нету, 300 там... точно. Вот 15 тысяч можно, в принципе. Я и говорю общий, потому что хотя бы по 18 людей, по 18 тысяч людей побольше было бы. Нет, смотри, в чем прикол заключается, в том, что если... Блять, я говорю, мордаун-то не переслушаешь, он не остановится, нахуй. Тебя одно спрашивают, ты другое говоришь. Какой общий ДПС проходной? Вот мы дали 293. Ну, 1450. 1450 нормально будет. Ну, даже 330 это... можно попробовать, ну, 330. Если не умирать. Ну, да, если, к примеру, какой-нибудь ДК-ДД, допустим, дамажит, и робот его выбирает, ну, то есть танки, они неизбежно с таким дамагом, они выберут ДДшника, и, ну, робот выберет ДДшника, будет его бить. Если он прожмет незаебку грамотно, забежит, вот Хант, например, не смотрит Омен вообще, или у него нету, блядь, потому что он не играет над этим классом, или ему похуй. Вот, он просто, ну, робота отвел, соответственно, рейд остался там, где мы стояли, сало получили, сдохли, все, пиздец. То есть, если... Кстати, ДК-шник... ретрики тоже могут дефаться. Да, могут щит одеть. Щит одеть, и все. Щит одеть, полтинник нажать. Да, и прожаться. И, как бы, и сейвы у крестов есть. Давайте лук руди есть. А что ты хуя так ливнуло людей? 4 вы сказали было. Так, ну Эммит, наверное, перезаходит на бану. А. В смысле, на ну плодину. Пошли в этот инстам локи уже с умным. Даже разогнаться-то не удается на роботе особо. Так а хули? Ну там с нормальными танками, если было, хотя до танка. Заходи, этот самый хилом. Да и ассисты или там что-нибудь такое. Ну там в гильдии пишут. То маг что ли? Да. Литр пива. Ну будь в ретрике пока что, чё. В принципе, там можно будет на это, на, как он называется, на собаку центральную спекнуть. А чё, я пойду, наверное, почилю, нафиг нам там танки нужны. Ты же есть, да? Ты танчил ТТГ-25? Ну, я там десятки ходил, 25-ки у нас не набирались. Я так понимаю, там все то же самое. Ну да. Да будь чё, шивэ дашь. ДПС там хватит убить. Да курну пойду схожу. Ну, схемы это кто? Лем или Энх? Или Ршам? Ну да. Ршам, нихуя себе. Если всякую парашу исполнять, то да, много чего. Ну, центральный босс, да, в принципе, два, вот центральный и правый, нормально там хит. Там Пасифея, это, добавь группу или ассист, дай. Слушай, а удар дается каждые 15 секунд или сколько? Каждые 15. Можно ли как-то... чувакам с наполами подгадать, не? Нет. Просто, типа, поредать на этот момент. Ну, это может... опыт. Этот опыт каждые 15. А блин, этот отталкивающий, но... он каждые 20. Угу. Да, Дед Мороз, да. Чё, 2 слота еще наскребем где-то? Бравых челиков на ТТГ. Посекам. Сейчас поищу. Я думаю, Авиланя... свои 4-5 передамажит, все сделает. Не-не, я бич. Не забудь. Да, а меня в ТТГ закинуть можно? Кого? Я хиляю. Ну да. Сейчас зайду. У меня эти инсты ТТГ, ГМХМ, ЦЛК, РС обычка считаю обычками.
Тут как бы такой подготовительный контент, что ты готовишься к геройку. Что, Настя, не будешь на Ардор заходить? Нет? Которая литр пива? Нет. Она, это которая кирезает. А. Да пусть будет. Литр пива пока в ретрике. Ну, нахерище, конечно. Так. Ну, да хуя. Кто там? Гоша. Я еще не смехнулся. Ты, короче, будешь играть в этой в Белизоне сразу. Кто еще там? А можно мне будет еще раз сломануть? За фласочкой слетаю. Че, еще тело будет какое-нибудь? Сейчас я спрашиваю с этого в овервайпе, может кто-то, кто не проходил в ОКО, пойдет в ТТГ. За технический момент, можно мне 2000 ИП стартовых? Пенсика? Да. Ага. Шалина, напомните, это твинк чей-то или полноценный это... перс? Это полноценный перс с овервайпа, так что тоже можно. Все БС закрыли, все. А, это же Амити. Вспомнил. Так, ну пока. Тыкните, спасибо. И погнали, пока там одно тело ищем. Мабаща. В будущем вот эти вот 2000 ЕП будут за БС когда-нибудь. СБС там было 300 ИП. Кто нужен в ТТГ? Да, милик. Есть? ФПВ есть, 4Т5. Давай. Сейчас он напишет кому-нибудь. У меня просто ТТГ. Пройдемся, все зачистим сейчас. Спрашивают там, надо кому-то пояс, нет? Да, пофиг, все равно, типа, это, ну, конец-ка, да? Да. Просто помочь, даже если это пофиг. У нас будет еще один слот? Ну, если ему руку только убирать. А кто хочет там? Леша, который Burning Girl спрашивает, может ли он с нами локом пойти? Ой, можете с меня взять, вместо меня. Ну, давай, иди. Все просто. Сейчас, секунду, я просто прошу его в диз зайти, пусть сам говорит. Слушай, я могу на сову прыгнуть, если надо. Ну, давай, заходи. Бля, вара убили. Все. Дед Мороз, у тебя же отсюда всякие ДДшные чарки есть там? Я на ДК вроде что-то собирал, ДДшные какие-то. Дайте портал магию оставь два раза. Лав, есть вариант, если чарка не нужная реролилась, если сейчас упадет нужная, можно я сролю? Ну, на кого? Ну, да мне критовые запы нужны, ладно. Это на кого? Кто это говорит? Нармса, это Аказик. А. У меня просто теперь чарка на джагу.
Мне поезд надо. Платный какой-нибудь там любой. А чё вообще на ДКшника ДД берут? Мне вот надо будет потом как-то на досуге. Ты 4 два куска добить. Ну типа и ваш мастер была вирулентная чума. У меня вот эти две есть ДКшные. Я имею в виду стат какой-то беру. И вообще сколько там шмоток? Запы, пояс и еще что-то. Плечо, по-моему. РПБ хас дает. Плечо. Это будет лох. Я почему-то равно пишу вместо плюса, блять. Ну потому что ты равен нам. Норм. Потому что я заебался, вот почему. Че, еще одного моба ебанем и сумму. Ничего страшного, постоишь, Дим, все в группу. Вот с этой собаки начнем. Или кто там? Там Гого наш. Да, Гого наш. Гого наш. Гого наш звучит-то как? Давай субудим челиков. Ну, в принципе, под сопротами это можно и остаться. Вот рыбу. Мардаун-то ты куда свалил? Напомню. Там у лок сейчас зайдет. Как это вместо. А, да? Куда? Ну ладно. Так, кто еще там побегает? Ну, типа, все мне на ШП надо какую-то шмотку. Кто с 3-4 пати умеет на. Ну, ладно, до собаки днем там потом порешаем. Давай шкаф. Я думаю, по СПЕ умеет 100%. А вы что, слепца убили уже или нет? Да. Да. Просто уничтожили, испепелили, а вот рыба нас затопила. Я бы там тоже бы утопил. Есть 25-й челик. Робота не убили, к сожалению. Он оказался слишком силен. Огра не хватило. Ну, может чуть-чуть ДПСа. Че там, тело 25-е будет, нет? Кто тут? На танков. Кто тут не знает, что делать? Все, заходите сюда. Метки право-лево. А что, маг еще с нами, да, идет? Ты вреди, да? Спиной к боссу стоишь и хилишь. Этот. Метки право-лево к стене выносите. Там будет черепок крест появляться над головой. На косте погружение во мрак, или как там называется, то хуйня. Глубинный ужас. Отворачивайтесь спиной к боссу, чтобы не зафиряться. Если человека зафиряло, силы там как, по каким-то аддонам по своим смотрите, должны видеть, кого зафиряло. И... Лох, прям 5 секунд, дай, пожалуйста, я человеку дискорд скину.
Зачем вы когда вешаете? Не знаю. На следующую неделю также будете когда вешать? Что там или готов, нет? Почти. Five, four, three, two, one. Если там места будет не хватать, скажите отведу босса. Дед Мороз, сова выносите. Ага. Зеленый круг под боссом будет, милики отбегаем. Отворачиваемся от босса. Отбегаем милики. Вот два бича. Сорян, случайно Берн. Череп. Так, метки вынесли, там вреди нет метки. Самое главное, смотрите черепок, и крестик над головой появляется, их выносите. И используйте магию. Вот крестик, черепок выносим. Отворачиваемся от босса. Отбегаем. Крестик, черепок выносим. За свой да здесь пальте магия. Крестик черепок уносим и сразу отвращаемся от босса. Вы умрете. Ну, вот сова словила фигу. Кастовал, блять. Надо спиной отворачиваться к боссу. Я знаю, знаю. Ты кастовать решил, блин, сейчас чуть-чуть прям. Потеряли БР и Инер. Печально. Ваня, приступал, да, уже? Спасибо. Вот скука, внижок. Захиливайте. Макфу пробегал. Что там, место есть? В спине босса нормально. Убегаем. Я понял, блин. 4-5, да? Я не фулово был далеко. Отворачиваемся. А это хуйня шоты. Хоть фуловый, хоть нет. 70 тысяч урона. Я понял, блядь. Второй Т5 пошел, отвернулся. Вы... Инлайт. Не отвернулся. Ну, Т5 это такая хуйня, если на ретрика 4 Т5 собираешь, то на этом боссе падаешь. Никто не спасет. Даже хилы. Казик. О. Что там, лужа, да? В боссе ничего не понять. Там да, чья-то лужа. Метка, блядь, не вынесенная. Ну так отойдите, отвернитесь. Да я проебание уже хуй с ним. Давайте отведем. А то вы стоите в метке нехорошо. Да. Ты, Вавилания, приравнял себя к Инсикик, я хиляю вас. Да кому я первый раз, блядь, тут сдох? На ГГНаш? Понял, блядь. Бич, ты пятом, короче, понятно, дали бичугану, ты пятый. Блядь, осуждаю. Так, линкую сейчас в рейд. Если кто не в курсе, там,
Это консул лут у нас, если кто-то не знал. Пока что. Те, кто вступили, они же в курсе, надеюсь. Да, наверное. Так, вот это вот на... Уже в курсе. Этот. На магов, там, не знаю, кто там 12 тысяч дает. Надо кому-то? Эх, где мой джунгарик, когда так нужно. Так, теперь вот это вот. Что это? Кольчуга. Витер П. Какая-то сила атаки. Санина какая-то. Надо кому-то? Пасифия. Так. О. 320 здоровья. Вот эта хуйня надо кому-то? Казик будешь крутить? Так у меня и так выкручено в пизду. Я надеялся, что упадет с чаркой нужно. Будешь крутить одну, потом другую. Отдай ему, пусть же выживает. Может, я вот надеюсь, сейчас к Траксу, может, упадет. Дай ассист, пожалуйста, Лока возьму. Не, не надо. Кому надо? Тебе эту? ФДК забери. Ладно, заберу тогда. Буду крутить. Так, следующее плечо с какой-то хуйней. Литвенное обращение. А, вот это хорошая, да, штука? На этого, на хули приста, да? Шли не закинул. Пояс. Локи, поставьте шкаф, пожалуйста, кому не сложно. О! Нихуя. Смотрите, это же этот. Ты ёбаный, блять. Это на мишку. Ну нахуй. Да. Можем на арпалов забрать. Не-не. Это... Я в ахуе просто, бля. Не, ну ты прикинь, я на ДКшнике, это параша падает. Так что тебе сложного-то взять на ДКшника этот пояс? Ты накурился, наверное, да? Какая нахуй разница? Рипи-чип. Короче, это Ивань закинул, ну, там если кому-то сильно нужно, там у него спрашивать. Короче, сейчас посмотрим, хватит ли у нас ДПС зергануть этого дурака. Лок вроде какой-то присоединился. Босс очень простой. Там после 50% немножко задержка перед дыханием будет. Вот. Моя незыбка и киризайтовая сакра будет на момент, когда в конце появится этот долгий каст на боссе. И надо будет заходить в эту херню, как называется. На полу будет крутиться параша, эти бублики. Вот, Локи, соответственно. Защита от темной магии, там заслон нажимаете. Хаваем рыбу. И когда дыхание идет, там прокастуйте этот. Похищение жизни там или койл киньте. Какую-нибудь такую парашу. Ну, с черного пола, соответственно, выходить надо. И шипешники там, или кто с какими-то сейвами есть там. В черных, черные шарики это не выходите. То есть, или там примерно радиус метров 12. Вот. И, если черный пол, ну, вот граница, где решетка, и шарик вот тут вот стоит. И если вы вот так вот убежите, он все равно будет, ну, считаться, что вы это... Но если будете дамаг получать от черного пола, ну, будете видеть, что вы все равно его задеваете, то нажимайте какую-то прожимку или хильте себя. Какой-нибудь там, не знаю. Главное, чтобы сферу не оставляли одну, потому что на парейду по 10 тысяч начнет дамажить, и мы попадаем. Давай попробуем. Первый каст дыхания на 24-25 секунде где-то. Герус пула дадим, посмотрим. За два дыхания уж переведем. Так когда она? Ну ладно, тогда не дадим. 5, 4, 3, 2, 1. Буду лицом на рейд держать.
сейчас дыхание будет. Захиливаемся. С черного пола выходим. Скоро второе будет дыхание, готовимся. Вот сколько, приготовься, сейчас будешь гимн почитать на дыхании. Готовься. Давай, читай вот сколько. Процента до фазы. Фаза пошла, смотрите, там если сверки в мини-зоне появятся, моментально их заливаем. На следующее дыхание гибн будет читать Шалина, так что готовься. Оно не скоро будет, но секунд через... Вот сверки вот эти заливаем в мини-зоне. В бублике сейчас появится проклятие. Выносим и инвайт, Дед Мороз, выбегите отсюда. Вот как они появятся, выбегите с них, с бублика выбегите. Вот все. Так, сферы вот эти залейте возле босса. Короче, дал мне зыбку. Вышли, начитай на хп. Читай, 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 читай. Главикой, выйди. Готовимся скоро забегать. Вот возле бублика залейте здесь сферу. Бублики вынести. И сейчас с них выйдите, с этих бубликов. Выйдите, чтобы не сдохнуть. Вот и готовимся. Казик, выйди с бублика, Казик. Дыхание. Все два приста хила на хп читайте. Лучезара и чумовая. Блядь. Дохуя уже сферок. Еще, кстати, погружения нету. Выйдите с бублика, Грут, выйди. Еле-еле. Ай, блядь. Это санина надо кому-то. Ясно, хуя не запы. За этим грудаком ходил, блядь, 6 кд. Да-да-да, мне надо, ребят. Кому? Нажимайте ролл, кому нужно, ребят. Локу вот этому, да. Чарка говна. Тёрн на грудаке. Ребят, если... А. Огнежога это откуда? Твинка или мейн? Как вас понимать? Сульфур был, который. Сульфур? Ебать, у меня ролла. Ребята, если кому-то вот нужен вот этот посох, просто давайте приз отдаст вам посох, который вы сможете взять с предыдущего босса, а лок возьмет вот этот, потому что он присоединился, он не сможет взять этот посох. Ну смотри, там вон огнежок и кто? И Грут, это два мага. Огнежок и Грут, два мага. Ну вот кому с них нужнее? А, я тогда локу закину. Там смотрите, кому по... Да, да. Так, что это? Какой-то этот плечо, короче. Автоматическая атака, короче, надо кому-то? Блин, чекни личку, вдайся. Казик, да? Сейчас, секу. Алло, шо вы тут делаете? Да все, уже не я, вон там бильярд забираю. Не-не, забирай, это мне так, если никому я не... Я просто из-за дабл-атаки увидел. Ну на, потом... Заметь, я теперь босс мы написал. Вот это на танка надо кому-то? Кто там? Что ты писал, бардаун? Танки пиздуйте. Пиздуйте это, у нас тут рейд. Там, не знаю, другой канал, там попиздите. Что, вы не закончили еще? Вы сейчас еще босса одну убили. Mm. Надо кому-то это. Вон, Киризай танчи будет, я понял. Так, и короче... вот это хорошая штука, наверное, да? Я не разбираюсь. Надо тебе. Сука, а почему, когда я не иду? Литр пива и хиля. Ну, я хиляю, ты знаешь, да, что... Маг, Лучезарит. Кинь трейд, он не может перейти. Я лучше литру пива закину, у него хоть какой-то там этот. Что у тебя камней нихуя нету? Перс пиздец, ты ему шмот отдавать стыдно. Вот литру пива закину. Ты как с персом нормальный будешь, так можно будет. Вот это надо советом или кому?
Ну, кстати говоря, Эли, у тебя что по чаркам на сове? На сове? Сейчас я гляну прямо, секунду. Потому что беляшный это вроде как Марук, правильно? Ну, смотри, если только ноги брать офсетом, и выбивать себе там, допустим, этот. Там ноги и тапки, там две шмотки только. Чарка как раз. Если беляш не нужен, пусть берет. У меня пока как бы есть альтернатива у меня там. Но с этого и перча. Глеб, а ты что, на этом КД с нами ДТГ не ходил? Нет, наверное. Нет, я работал. И Глеб мне 10 тысяч голды должен, за то, что он сдох. Ага, да. Я написал тебе это перед боссом. Короче, по поводу этого босса, сейчас я вам так скажу. Если, короче, ну, понимания никакого нет, ну, что происходит. Ну, чтобы подтянуть вот это все знание и что тут делать, я сильно много трав давать не хочу. Хочу пойти пораньше чилить. Вот, поэтому... Ну, если вы нихуя не знаете, лучше сразу скажите об этом. Вот, ну, весь босс в том, чтобы выбегать с гейзеров. И будут полоски на полу. Вот не окрашенная полоса, вы в ней стоите, потом она окрашивается, и вы прыгаете. Как только окрашивается та, на которой вы стоите, не окрашенная, вы прыгаете в ту, которая рядом проехала вот эта хуйня, такой звук. Играйте со звуком. И еще, вы должны видеть, на ком метки. Ну, они обозначаются либо зеленой, либо фиолетовой галочкой над головой. Вот. Ну, и ставьте себе аддоны, вуду, там, фреймы. Лучше вуду ставьте, забивайте дебафы все, которые есть на этой собаке. Вот, теперь по поводу деления рейда. Первая, вторая патия. Так, давай. Короче, я хиляю в милизону. Будешь стоять там, вот, смотрите. Значит, милики начинают с этой стороны, вот, где звезда. ВДДшники начинают со стороны, где кружок. Вот штрафная зона, вообще бичей, кто не знает, что из миликов. Вот в ромбике. Там вообще, если вы нихуя не понимаете, лучше идите туда и попрыгайте там. Там надо постоянно двигаться. Вот хиляют, ты в частности туда пойдешь. Вот хилить ничего не надо, там похилят. Значит, теперь первая, вторая пати. А, беляшная. Беляшная, ты знаешь, как в этой стоять с фиолетовой меткой в РДД? Ну, за сову фиолетовой меткой. Прыгать постоянно, знаешь. Нет. Да? Ну, шевелиться я умею, но. Ну я вот. Только просто в миле всегда был. Ну вот, будешь шевелиться только за сову. Короче, ты как милик считаешься. Вот, мне идти влево к вам, да, правильно? Да, к звезде. Значит, еще туда пойдут Эли и Чумовая. Все остальные, Лучезара, Хапау и Ершам, остаются со стороны кружка. Ну и, соответственно, третья, четвертая группа. Там все РДДшники. Вот теперь как делаем. Значит, гейзеры, они с пула неизвестно на ком будут, либо на миликах, либо на РДД. Вот. Секунд 10-15 пула побьете, и дальше начинайте, вот милики, не толпиться вокруг собаки хороводом, блять, потому что вы хуй выбежите. А разбегитесь в струнку вон туда, вот к этой решетке, вот тут примерно середина вот решетки, да, вот эту метку в сторону РДД не пересекать, и РДД, соответственно, не пересекать, к миликам не подходить, потому что если вы под одной меткой словите урон другого цвета, то есть под фиолетовый зеленый урон или наоборот, то вы получите конфликт стихий, который дамажит по всему рейду 5000 каждую секунду в течение 5 секунд. 25 тысяч урона. Это, ну, хилы могут не прохилить. То есть, вот, чтобы этого не было, нельзя друг с другом рядом бегать. Соответственно, значит, по гейзерам. Значит, если будут, например, на РДД первые, то вторые, они будут совместно с поездами, которые на полу, полоски такие будут. Нужно будет и одновременно с полоски выбежать, и потом, когда с первой выбежите, появятся гейзеры, и будете убегать в ту зону, где первая полоска была. Вот, поэтому смотрите. Ну и РДДшники, то есть, если на миликах будут первые гейзеры, то и они дальше будут чередоваться. Вот, так что готовьтесь. Посмотрим, кто подохнет. Пару трав. Слав, извини, пожалуйста, я упустил момент. С кем мне бегать? Дерево. Налево к звезде иди, ты с миликами. Я понял. Тут Чумовая и Эли. И все. Слав. Там первые гейзеры идут, когда идет активация скверны или тьмы. Похуй, там 10-я секунда, считай, можешь анонсить гейзеры, они сейчас уже будут. 1-2 секунды. Ну, а они будут, это понятно. Смысл в том, что на ком, на РДД или на миликах.
не знаешь, они либо там могут быть. Здесь принцип двигаться и не двигаться разным группам тот же самый, что... Ну, если фиолетовая метка, ты двигаешься. Ну да, да. Если остановился, словишь стан. Если зеленая метка, ты не двигаешься. Если ну, лишние секунды пробегал, там 3-4 секунды движения понаходился, то словишь дезориентацию. Вот, исходя из этого, если ты все это словил, и еще полоска по полу пойдет с противоположным светом, словишь конфликт, падает рейд. То есть за, ну, я буду вести вдоль стенки от звезды до ромбика, ну и потом во второй ряд ложить лужи. Если вы, ну, как сказать, вот этот конфликт будете ловить, то, ну, тут нечего делать, надо каждому смотреть за собой. Если не знаете, лучше стойте, посмотрите, как, что другие делают. Давайте сделаем так. Значит, в мелизоне у нас вот, допустим, Авилани, он не сдохнет, да? Чтобы вам было видно, как на этих... Ну, блядь, ну, сдохнешь, ну, миллион... Да я не сдохну. В смысле ГП? Имейте в виду, если милики, допустим, поезда, да, вы смотрите, вот ориентируйтесь на него, если вы нихуя не знаете. Вот. И РДД, кто-то у нас... Ну, вот по Сифее самое скиллованное. Ну, по крайней мере, пока я так знаю. Может, кто-то еще круче есть. Вот ромбик на ней. Если нихуя не знаете, и вы со стороны кружка начинаете все с РДД, то на поездах смотрите, именно в какой момент эти метки, вот люди с метками выпрыгивают. С этой хуйни делайте так же. Вот остановочку всю эту. Ну, давайте, короче, блядь, пульнем, да, посмотрим, что будет. 4, 3, 2, 1. Я нихуя не вижу, сразу говорю, у меня тут стена, так что полностью все от вас зависит, как вы будете играть. Кстати говоря, у нас много, блядь, есть недочет. Ну что-то... А, или это ливнул кто-то с пати? Или вы как-то переместили группу? Ладно. Это что, гейзеры на миликах были? Я просто не видел. Да. Ну и что, как дела? А зачем ты метку вынес туда? Почему не портал? Вот, поездам пошли, смотрите. Первые проехали. Казик конфликт стоял. А там весь рейд стоял. Ну, все, можно падать. Ну, смотрите, ну, абсолютно понимания нету. Вот, скажем, первые три тела сдохли, да? Этот ретрик в Т5. Вот как ты Т5 вообще выбил? Убил его, что ли? Дико, ну, это бич, понятно. Ну, Энх, допустим, тут первый раз. Я хиляю, тоже нихуя не понимает. Без камней играет просто. Чё, вот я не знаю, попробовать проживать, что к чему тут происходит. Потому что, ну, когда у вас перед глазами нету 25 человек вот этих фреймов, вы, ну, нихуя не поймете. Вы потому что кроме 1, 2, 3 своих циферок там внизу экрана не видите нихуя больше. Покидаем тело, бежим. Ну, давай попробуем обилки босса рассказать. А что ты хочешь уносить? Гейзеры? Там не от этого зависит. Ну, с гейзера он лежит кольцо на полу, либо фиолетовое, либо зеленое. 3 секунды. Мардан. 3 секунды и взрывается. Если не успел выбежать, то ну нехуй делать просто. Впереди ниже канал. Как убивается босс? Как вообще его первые разы трайли? Все есть на ютубе. Если кому-то, ну, важно, чтобы вы для себя, чтобы понимали, посмотрите, все есть. Вот так вот рыба. Ну давай, полинкуем, значит, что тут за способности? Приключения. Блять, сейчас, сука, надеюсь, будет тыкаться. Ебло, блять, если я лобнусь. Мне интересно, что Пал скажет вот этот Т5, это вообще откуда? Как, почему? Это, блядь, вроде в Т5, ты в 4 кусках, и ты не знаешь, что делать здесь?
Также тебе зачитать? Также что зачитать? Ну, что, ответил? Ну, зачитай, я что-то не видел. По первому полу, полу смотрю, судишь. БС хоть был. А-а-а. Чай, вобнусь. Ну ладно, ну, я только в БС хоть устал. Был, увидел. Время-то уже. Понятно. Пал вот этот устал, да? Не, ну, ну наверное, да, устал. Наверное, пул неудачный. Может быть, первый пул такой, а второй нормальный будет. Не, ну всякое бывает. Да, да. Сейчас мы завалим. Тут, например, сколько я сюда ретриком хожу. Ну, я, наверное, всего раз 5 был. Ни разу не сдыхал. Просто последний всегда оставался. Если что, ну, бля, сейчас есть бы вспомнить. Гайд. Надо чекнуть видос. Гайд, как выживать на милике тут есть. Ну, прям вообще никогда не сдохнешь. Просто надо заранее отбегать и все. Не, ну спишем на то, что спишем на то, что муха там в глаз попала и так далее. Это, скажите, там есть еще в рейде, кому надо, ну, рассказать способности босса, или еще раз тренируем, посмотрим. Казик, ты конфликт, кстати, словил, как дела у тебя? Тоже неудачно там. Конфликт был. Это на поездах, то что словил не свой поезд, из-за этого он идет конфликт. Ну, помимо. Да. Ну вот я хиляю вас, тебе надо будет это на YouTube идти там засесть. ДБМ на нем. Тут не ДВМ дело. Ладно, давай еще трайд дадим, а потом подумаем, стоит ли что-то рассказывать. Или все то же самое повторится сейчас. Давай, я даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Вот смотрите, вот сейчас буквально еще 2 секунды и уже можете шухериться. Вот, например, как бы я за милика сейчас сделал? Я бы отбежал куда-нибудь подальше в сторону ромба и посмотрел, будут ли на милика гейзеры. Если нет, то подбежал бы и бил. Но они были на РДД, я смотрю. Вот. Дед Мороз и Сика не отбежали от круга белого под собакой. Вот сколько огнежок сдохли на этой, как она называется, на гейзерах, на РДДшных. Вот сейчас будут поезда. Ну, пока 4 тела лежит, но посмотрим. Степен, тут нереал сейчас был. Пока падают, я не знаю, те кто вообще нету. Ну как, неопытные какие-то, не знают за свой класс, либо... Ну, Нисика, понятно, он ретриком никогда не играл. Дед Мороз, ну, в шоке, конечно, это вроде бы милик. Весьма странно. Ну, Эршам. Метки, наверное, были. Ну, у нас там получилось и поезда, и гейзера под ним сразу. Ну. Куски мяса обойти, чтобы он собака не бегал. О, вот гейзеры. Поезда. Вот литр пива словил конфликт. По всему рейду идет дамаг. Молодец. Ну и самое главное, что это надо понимать, они чередуются. То есть вот гейзеры были на миликах, то следующие будут на РТД, ну и так далее. Больше ты
принципе, если кто сейчас живые остались, если вы примерно понимаете, что делать. Только что метки единственное, ну, допустим, лог. Печально вам. Если... Вроде как-то выжили, да, на метках? Дамажить еще 10 лямов, 11. Может встать реально, нет? Нельзя здесь вставать. Влад, подойди поближе на 5 метров. Халок. После этой лужи сейчас не разолью, пойду обратно вот. Во второй ряд вот сюда вести эту собаку. Ну хоть что-то выпало, да? О, слышал, а покажи, какие ботинки с чаркой выпали. Типа чёрт. Это надо кому-то. О, да, литр пива дадим. И ты в другой раз лутанешь. Она хоть в рейд с большей вероятностью попадет, чем ты со своими камнями. Вот с СПДшкой дух хаст, шапка тканевая, надо кому-то. Ну хули в щиток, надо во все вставлять. Что ли? Да, бич. Там ты был, блять, конфликт. 10к на базу. Или что там было? Но конфликт, там дэмэдж прошел, там, и да, не захилили. Да, так, кому... Кому надо, вот сколько, присту, давай. Глеб, не стыдно, а? Присту туда. Так, тапки с какой-то... Чё это? Как называется? Сейчас рейда не ливайте, сейчас 300 ИП дам. Пойдем отдыхать. А мне за замену можно? Тебе нельзя. А ты в ТТГ был с нами? Я замену успел. Что там за чарком будет? Не знаю. Так. А, да что? Тапки 320. Вот там носову. Если никому не нужно, я бы носову взял. Вот, давай, бери, сделаешь это. Потому что тебе надо будет подсобирать сову. Так, ну и что тут? Ожог, огненный шар. Короче, что-то на мага. Маги надо это кому-то? Прям что ваша классовая чарка. Грут. Классовая чарка будет в приоритет по классу идти. Если только классу она не надо, не против отдать крутить. Хую желание. Так, грут, да? Так, мне интересно, сколько 290 там хасты накидывает? Так, ну и вот кому с них отдать? Я огнежога вижу первый раз. А, ты говоришь Это сульфур. Он же Гога. Ну, он тот... же Гога. А чё у него вообще по знанию контента? Ты что думаешь, грудь тебе закинуть или ему?
Я бы Груду дал, потому что вот он сейчас выжил на боссе, а огнежок лежал и бал в пол. Груду закину тогда. Ну, насчет тактики, я говорю, на ютубе есть. Давайте вот эту хуйню рольте разбойника. В гильдию плюс они этой Эли или кому-то, я сейчас это не могу разорваться. Ой, что там беляшная, да? Ебать, тотем почти 300 хосты дает, нихуя себе. Какой? 290. Так, сейчас я понакину. Куда что будешь покупать себе? Да я уже его купил. Взять, бичара. А чё бичара-то, блядь? Мне все равно в Т5 как покупать. Т5? Ну и все, в принципе, на этом закончим. Воронок так у нас в ГБ 3 штуки. Тут раз было с той недели 2, и вот это еще третье сегодня выпало. Смотри, у меня сейчас. Всем привет. Две. Если помощь нужна. Там уже все уже. Так у меня. Вот смотри, Гош, у меня сейчас две. Мне Глеб 4 дает и на.